Тамара. Да, да, на связи. Что там у нас с дождем? Начался небольшой. Ждите, через час внизу будет. Слушай, ты когда спускаться будешь? Слушай, наверное, уже в марте. У тебя еда-то есть там, нет? А, сейчас посмотрю. Подожди. Попалась, 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 попалась. Тихо, 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 тихо. Да, все есть нормально. То есть обезьяну с едой сегодня не запускать? Не, давай завтра. Слушай, мы тебе 3 дня назад стажера отправили. А не дополз еще? Нет, пока не было. Короче, научишь его, можешь сразу связать в отпуск, не дожидаясь марта. Ага, все принято, спасибо. Здрасте. Человек! 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 Вы что кричите? Да я забыла, что вы люди такие большие. Ты ж там вот, а сейчас... А ты чего орал? Не знаю, я думал, вы так крановщики здороваетесь просто. Нет. Тамара! Очень приятно. Да? А я... Стажер, да, мне сообщили. Редкое имя у тебя. Чего, высоты боишься? Очень боюсь, очень боюсь. А чё в крановщики пошел? Чтобы победить этот страх. Да? А почему ко мне? Чтобы один страх вытеснил другой. Ты чё, боишься меня, что ли? Зря. В общем, запомни главное. Они внизу, они никто. И ты для них царь и бог. Ты решаешь, что им дать. Раствор, кирпич, арматуру, бетон, все даешь им ты. И даже когда они достроят свой самый верхний этаж, ты будешь все равно выше, чем они, эти насекомые. Ладно, давай, запоминай. Это налево. А это направо. А что с сальто? Ты чего ведешься-то на все? Ты чего? Шуточки прямо. Да ладно, ладно, не реви, ты чё? Я ж тоже не сразу такой была. И не родилась я такой. У меня мама, знаешь кто? Дирижер в оперном театре. А папа в банке работает, директор. Да. А чё вы не по их стопам пошли? Да они мне не родные. Я ж, знаешь, высота меня манила сразу. Сначала на космонавта училась. На платном. Потом на летчика. На заочном. А потом на медкомиссии выяснилось, что я баба. Вот, теперь тут. Тебе сколько лет-то? Внизу 26 было. Ладно, давай. Меняемся. Садись. Буду тебя учить. Оп, осторожно, осторожно. Давай, надо, чтобы кран принял тебя. Давай. Как я это узнаю? Он захочет тебя убить. А, это из аватара. Из стационара. Давай. Руки на рычаги. Кран должен стать тобой. Закрываем глаза. Ага. Чувствуешь? Твоя рука становится длинной и железной. А на конце нее крюк. А? Чувствуешь? А, да, чувствую. Да? Что ты чувствуешь? Я чертов пират! Молодец! И за твою работу тебе заплатят пиастры! Самый страшный попугай, которого я видел вообще. Да. Слушайте, а что не видно ничего вообще? Не видно. Да, давай, вставай. Вставай. Руки вот так вот расходятся. Так. «Титаник» смотрел? Да, смотрел. Да. Только можно я вас не буду рисовать, Тамара? Голый. Юноша, все, кто видел меня голой, рисовать не хотели. Бежать, да. Тогда при чем тут «Титаник»? Да просто рукой вот так вот делаешь, как она в кабине делала, и все. Давай. Ну смотри, о, а! Вот, все. Аккуратно. Вот. Слушайте. Ух ты. Кажется, буря начинается. Ветерок-то прям нормальный. Реально буря, может... Да, подожди, подожди, надо МЧС предупредить. Сейчас, секунду. Внимание, внимание, с северо-запада наступает буря, давай. О!
СМС-ка пришла. А? От МЧС. О. Внимание, с северо-запада наступает буря. Надо же, как быстро. Смотри, молодцы. Молодцы. Слушайте, ну, реально буря. Может, спускаться будем, а? Нет, да, спускаться надо, но по лестнице мы уже с тобой не успеем. Будем спускаться по-пиратски, давай. На крюке? На крюке? Все верно. Давай, подгони сюда его. Не получается. Да, заело что-то. Давай, метнись туда, постреле, посмотри, что случилось. Я не пойду. Спасибо, что веришь мне, капитан. Пойду надеру этой бури зад. Давай, мне надо настроиться, сейчас надо в бой сделать что-нибудь жесткое прям. Чего? Ну, не знаю, всеки мне там с колена. Я женщин не бил никогда. Мне настроиться надо, давай, сделай что-нибудь. Ничего, ну что я могу что-нибудь сделать? Ну, что-нибудь же надо сделать. Могу... Делай что-нибудь! Это еще хуже! Все, давай, я готова. Что там? Каретка заржавела. Надо маслом смазать. Сейчас. Так. А как вы? У вас масло в руках, как вы полезете? Масло в руках. Точняк. Так, да. Руки сзади. Я в кармане понесу, чую я, господи. Так. Стажер, у меня руки жирные! Это был... Билет в один конец! Стажер, только не смотри вниз! Почему? У меня ноги кривые! Стажер! Стажер, ты что творишь? Стажер, ты жесткий, вообще справился, молодец! Молодец! Тут больше нет стажера. Кран, это ты? Да, это я. Тамара, ты молодец, ты воспитала хорошую смену. Нам нравится это молодое дело. Как? Кому нам? Нам всем. Стажер! Стажер! Стажер, просыпайся, стажер! Ты справился! Ты справился! Все хорошо! Что, серьезно? Мы живы, да! Давай за работу! Ну? Ну что, соскучились по бетону, насекомые?